Что-то тут так не озвучивают. Ну, ладно, я так вам расскажу. Без микрофона. Вот. Ну, во-первых, у всех на программке сегодняшнего вечера есть сайт Гипериона, да? То есть дальнейшие объявления о концертах можно отслеживать, заходя к ним на сайт. У них есть в ЖЖ аккаунт, у них есть в Фейсбуке. Все у нас люди продвинутые пользователи интернета, поэтому давайте, чтобы не обзванивать никого, да, и смс-ками не это не снабжать, в общем, там все как бы на сайте у них есть и дорога, и, в общем, все прочие информации. Вот, это первое. Значит, второе, для тех, кто не знает, на всякий случай говорю. Значит, в августе, в середине, примерно числа 15-го плюс-минус, планируется открыть выставку под названием «Музы Яузы». Вот, значит, соответственно, к выставке готовится каталог участников. То есть «Музы Яузы» – это художественная мастерская, где работал мой отец, мой муж и куча их друзей. То есть всего участников этой выставки будет 11 человек. Все художники, значит, реставраторы, фотографы. Ну, в общем, достаточно интересная такая творческая выставка. Вот, поэтому, значит, соответственно, приглашаем вас. Ну, по-видимому, в журнале ЖЖ и в Фейсбуке Суирвир будет информация уже точно, когда я буду знать там число и время открытия выставки. Соответственно, я туда напишу пост, и все желающие, приходите. Так, все я озвучила вроде бы как. Ладно, продолжим. Если в первом отделении мы слушали старинный романс, вот, то есть в основном это как бы так получается, хотя авторы все в основном мужчины, мне, кстати, тут поставили на вид, что я ни о ком ничего не сказала, я исправлюсь в следующие разы, обязательно вам буду рассказывать про авторов и, соответственно, про эти романсы. Значит, но тем не менее, как бы все написано в основном с такими о женской душе, да, о страстях, там, порывах и муках ее. Вот, второе отделение более современные вещи, хотя там есть и народные песни, и авторские песни, но уже как бы аспект цветочный рассматривается с точки зрения мужчины. И это совершенно другая точка, хочу я вам сказать. Поэтому второе отделение будет, на мой взгляд, принципиально отличаться от первого. Ну и начнем мы с Булата Шаловича Акуджавы. В склянке темного стекла из-под импортного пива роза красная цвела, гордо и неторопливо, исторический роман начинал я понемногу, пробираясь, как в туман, от пролога к эпилогу. Каждый пишет, что он слышит, каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захотела, почему не наше дело, для чего не нам
судить. Были дали голубые, было замыслов в избытке и собственной судьбы. Я выдергивал по нитке, в путь героев снаряжал, наводил о прошлом справки и поручиком в отставке сам себя воображал. Каждый пишет, что он слышит, каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захотела, для чего не наше дело, почему не нам судить? Вымысел не есть обман, замысел еще не точка, дайте ж дописать роман до последнего листочка. И пока еще жива роза красная в бутылке, дайте же выкрикнуть слова, что давно лежат в копилке. Каждый пишет, что он слышит, каждый слышит, как он дышит. Страсти. Из чаши запотевшей холодное питье, и женщина рассеянная. Здрасте. Не мучьтесь понапрасну, она ко мне добра. Легко или трудно век почти что прожит. Поверьте, это да. Из моего ребра, и без меня она уже не может. Еще моя походка мне не была смешна, еще подметки не поотрывались. Из каждого окошка, где музыка слышна, какие перспективы открывались. Бывали дни такие, гулял я молодой, глаза глядели в небо голубое. Еще был не разменен мой первый золотой, пылали розы, гордые собой. Такая штука, в ней так легко пропасть, забыться, закружиться, затеряться. Нам всем знакома эта губительная страсть, поэтому не стоит повторяться. Не мучьтесь понапрасну, всему своя пора. Траву взрастите, осенью сомнется. Мы начали прогулку с арабатского двора. К нему же все, как видно, и вернется. Ну вот моя любимая. Одна из моих любимых песен. Сейчас прозвучит. Значит, ну тут, опять же, нету определенных цветов. Но это и не важно. Как бы я для себя ее называю «Ветка жасмина», потому что у того же автора, это Евгений Бачурин, есть роман под названием «Ветка жасмина». Но я его не пою, а пою этот. И он вполне такой, такой же, я думаю, по настроению.
Забрось дела, забудь нужду, забудь нужду и выйди на тропинку сада. И я по ней к тебе приду и больше ничего не надо. Да, и больше ничего не надо. Не надо будущего ждать, не надо ждать, не надо прошлого бояться. Ты просто приходи опять, когда в саду начнет смеркаться. Да, когда в саду начнет смеркаться. Там шорох листьев за окном, и разве вы не замечали, когда весна цветет кругом, пора любви, пора печали, да, пора любви, пора печали. И пусть за пережитый день, за этот день мне будет высшая награда. Твоих волос ночная тень и губ вечерняя прохлада. Да, и губ вечерняя прохлада. Забрось дела, забудь нужду, забрось дела, забудь нужду. Так, ну, дальше у нас опять песня без цветочков, зато там есть высокие травы. Так что я прошу послушать, тем более, что это, опять же, можно сказать, жестокая песня, уже более современная по отношению к нам, но на самом деле дело происходит в Древней Греции. В Древней Греции воздух горяч, пахнут медом высокие травы. Только в доме у скульптора палач, только в доме у скульптора траур. Причитания и слезы вокруг, хоть богов выносите из дома. Что с тобою случилось, мой друг? Галатея уходит к другому. Что с тобою случилось, мой друг? Галатея уходит к другому. Забыв про еду и питье, он ваял ее нежно и грубо. Стали теплыми руки ее, стали алыми белые губы. Над собою, не чуя беды, жизнь он отдал створенью родному. Пропадают напрасно труды. Галатея уходит к другому. Пропадают напрасно труды. Галатея уходит к другому. Не сиди же печаль на челе, принимайся, художник, за дело. Много мрамора есть на земле, много жаркого женского тела. Но пустынно в его мастерской ничего не втолкуешь дурному. Он на все отвечает с тоской. Галатея уходит к другому. Он на все отвечает с тоской. Галатея уходит к другому. А у храма растет виноград, красотой потрясает природа. И опять на Олимпе доклад, что искусство, оно для народа. Ходят греки веселой толпой, над Афинами песни и гомон. А у скульптора мертвый запой. Галатея уходит к другому. А у скульптора мертвый запой. Галатея уходит к другому. Так. Дальше у нас по программе идет замечательная песня,
Я про нее могу пару слов сказать, поскольку для меня она... Я всю жизнь ее считала народной. Ну и пела... Это, по-моему, вообще одна из самых ранних песен, которую я пела. Потому что у меня деда звали Коля Николай. Ну, соответственно, у меня еще там в 7-летнем, в каком-то там возрасте выучили ее петь. Ну вот, оказалось, что она нифига не народная, а достаточно, ну, там, 70-х годов советская песня. Вот. Ну, конечно, я ее пою на свой лад, можно сказать, окультурю советскую эстраду. Вот. Но песня замечательная. Колокольчик, колокольчик синий цвет, Коля, Коль, Николаша, скажи, любишь или нет, Коля, Коль, Николаша, скажи, любишь или нет, делин, ах, Коля, Николаша, скажи, любишь или нет, ах, Коля, Николаша, скажи, любишь или нет. Колокольчик, колокольчик Иван-чай, Коля, Коль, Николаша, я приду, а ты встречай, Коля, Коль, Николаша, я приду, а ты встречай. Делин, ах, Коля, Николаша, я приду, а ты встречай, ах, Коля, Николаша, я приду, а ты встречай. Колокольчик, колокольчик под тугой, Коля, Коль, Николаша, не расстанемся с тобой, Коля, Коль, Николаша, не расстанемся с тобой. Делин, ах, Коля, Николаша, не расстанемся с тобой, ах, Коля, Николаша, не расстанемся с тобой. Ну, еще одна песня про Колю. Придется. Хотя там больше про сирень, но про Колю есть тоже. Вот это действительно руссконародная песня. Я ее слыхала в исполнении замечательной Руслановой. Ну, мне, конечно, не дотянуть, но будем стараться. Так, здесь надо... Сейчас, секунду. Да, здесь надо эту штуку. Вязной Волга разольется, Волга, матушка, река, и сердечко забьется, заливает берега. Сирень цветет, не плачь, придет мой Коля, грудь больно любила, довольна. Волга встанет, пойду на льду, Волга, матушка река, милый кинет, еще найду, заливает берега. Сирень цветет, не плачь, придет той Коля, грудь больно любила, довольна. Девка с горя слезы ронит, Волга, матушка река, от песен Волга стонет, заливает берега. Сирень цветет, не плачь, придет
Ой, Коля, ну будет больно, любила довольна. Что мне делать, ум расшелся, Волга, матушка, река. Один есть, другой нашелся, заливает берега. Сирень цветет, не плачь, придет. Ой, Коля, грудь больно, любила довольна. Сошью платье из батисту, Волга, матушка, река. Полюблю я гармониста, заливает берега. Сирень цветет, не плачь, придет. Твой Коля, грудь больно, любила довольна. Замечательная песня, очень она мне нравится. И сирень здесь как нельзя кстати. Ну а дальше... Игорь, иди сюда. Вы куда-нибудь его, да, обратно вставьте. Ага, отлично. Дальше у нас песенка про фиалки. Про фиалки у нас, как известно, француз поют, да? Это песенка Жоржа Брассанса в переводе известного скульптора Владимира Лемпорта, у которого оказались французские корни. Ну, там, я, конечно, извиняюсь перед знатоками здесь сидящими, но поскольку тексты, они в эфире существуют, понимаете? Вот в интернете этого текста нету про маринет, который я вам сейчас спою, да? То есть где-то они есть, там половину я знаю, половину не знаю. Ну, естественно, приходится домысливать о том, о сём. В частности, горшочек каши здесь лично мой. Но я думаю, что вам должно понравиться. Хотел пропеть куплеты я прелестный маринет. Красотка, как назло, уже ушла в гранопер. Тогда свои куплеты я несу мамаше, чтоб мама положила их в буфет. Принес букет фиалок я прекрасный маринет. Красотка, как назло, уже ушла в оранжери. Тогда букет фиалок я несу мамаше, чтоб мама положила их в буфет. Сварил горшочек каши я для милой маринет. Красотка, как назло, уже ушла к Максиму на обед. Тогда горшочек каши я несу мамаше, чтоб мама положила его в буфет. Купил велосипед я для любимой маринет. Красотка, как назло, уже купила мотоцикл. Тогда велосипед я отношу мамаше, чтоб мама положила его в буфет. Решил я размозжить безмозглый череп маринет. Красотка, как назло, уже от гриппа умерла. Тогда свой револьвер я отношу мамаше, чтоб мама положила его в буфет. Хотел поставить крест я на могиле маринет. Красотка же давно уже воздвигла монумент. Тогда дубовый крест я отношу мамаше, чтоб мама положила его в буфет. Ну, теперь еще немножко серебряного века. Ну, он, собственно, не, уже не совсем серебряный, уже это после революции, да? Вертинский основной все-таки свои песни писал. Попробую спеть одну, а вторую свою точно. Лимонном Сингапуре в бурю, когда поет и плачет океан и гонит в ослепительной лазуре
птица, дальний караван. В бананово-лимонном Сингапуре в бурю, когда у вас на сердце тишина, вы брови темно-синие нахмуря, тоскуете одна. И сладко замирая под крики попугая, как дикая магнолия в цвету, вы плачете, Ивета, что песня недопета о том, что это лето унесло мечту. И нежно вспоминая иное небо мая, слова мои и ласки и меня, вы плачете в это, что наша песня спета, а сердце не согрето без любви огня. Пам-пам-парарарарам, пам-парарарарам, пам-парам. В банановом и лунном Сингапуре в бурю, когда под ветром ломится банан, вы грезите всю ночь на желтой шкуре под крики обезьян. В бананово-лимонном Сингапуре в бурю запястьями и серьгами звеня, магнолия в тропической лазуре, вы любите меня. Так, я все-таки чуть его отодвину, потому как втыкаться гитарой, конечно, я извиняюсь. Но порывы страсти, они не дают возможности контролировать еще и гитару. Так, вот, сделаем. Так, ну следующий тоже Вертинский. Наконец, про тюльпан. Матросы мне пели про остров, где растет голубой тюльпан. Он большим отличается ростом, он опасный и злой великан. А я пил горькое пиво, улыбаясь глубиной души, как редко поют красиво в нашей земной глуши. Гитары запели тревожно, заполняя пробелы слов, напомнили неосторожно, что музыка как любовь, что музыка как любовь. А я пил горькое пиво, улыбаясь глубиной души, как редко поют красиво в нашей земной глуши. Смеялись вокруг чьи-то лица, гитары уплыли вдаль. Матросы запели про птицу, который несчастных жаль, который несчастных жаль. У нее стеклянные перья и слуга седой попугай. Она открывает двери матросам, идущим в рай. Грустно на свете этом одно только песней жить. Я больше не буду поэтом, я в море хочу уплыть. Так,
осталась последняя песня по программе. Но если голоса хватит, я могу вам что-то спеть еще без программы. Но эта песня особая. То есть, собственно, это самая главная песня про цветы. Я ее с помощью Игоря, конечно, попробую спеть стоя. Вот. Значит, ну я прошу, чтобы те люди, о которых в ней будет говориться, тоже вставали и представлялись нам, да, всем. Игорь. Где он здесь? Можно? Я хочу вот так вот встать. Ой, вот так вот. Так. Потому что по-другому я играть не могу, к сожалению. Да, вот так. Слышно? Слышно. Угу. Отлично. Спасибо большое. Вынужденные позы. Но что делать? Искусство требует, как известно. Как цветок душистый аромат разносит, как цветок душистый все понюхать просит. Выпьем мы за Катю, Катю дорогую, свет еще не видел, милую такую. Тай-дари-дарам, тай-дари-дарим, тай-дари-дарам, та-дара-тарирам. Выпьем мы за Катю, Катю дорогую, свет еще не видывала, милую такую. Как цветок душистый аромат разносит, как цветок душистый все понюхать просит. Выпьем мы за Надю, Надю дорогую, свет еще не видывала, милую такую. Та-ди-ра-дарам, та-дари-дарам, та-ди-ра-дарам, та-дари-дарам. Выпьем мы за Надю, Надю дорогую, свет еще не видывала, милую такую. Как цветок душистый аромат разносит, как цветок душистый все понюхать просит. Выпьем мы за лилию, лилию дорогую, свет еще не видела, милую такую. Ти-ти-ри-ри, та-та-ри-дарам, та-та-ри-дарам, па-ба-ри-ба-ра-рам. Залью лилю, лилю дорогую, свет еще не видела, милую такую. Как цветок душистый аромат разносит, как цветок душистый все понюхать просит. Выпьем мы за Веру, Веру дорогую, свет еще не видела, милую такую. Ти-ти-ри-ри, ти-ти-ри-ри, ти-ти-ри-ри-рим, ти-ри-ри-ти-ти-ри. Выпьем мы за Веру, Веру дорогую, свет еще не видела, милую такую. Как цветок душистый аромат разносит, как цветок душистый все понюхать просит. Выпьем мы за Олю, Олю дорогую. Ну, Оля, да-да-да, оглядывается, главное. Свет еще не видел скромную такую. Ти-ти-ри-ри-рим, 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 ти-ри-ри-ри-рим. Выпьем мы за Олю, Олю дорогую, свет еще не видел скромную такую. Как цветок душистый аромат разносит, как цветок душистый все понюхать просит. Выпьем мы за Юлю, Юлю дорогую. Юль, вставай, вставай тоже. Две Юли, за обеих пьем. А не будет Юли, выпьем за другую. Ти-ти-ри-ри-рим, 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 та-ри-ри-ра-ра. Выпьем за Юлю, Юлю дорогую, а не будет Юли, выпьем за другую. Все. Ну что? Сидят, главное, все. Нет, чтобы бежать домой. Ну, у меня, конечно, есть одна заготовочка на бис, так сказать. Я знаю, что... Да, да, да. Ну, в принципе, если какие-то есть там пожелания у кого-то... Катя, ну, можно уже на любую. Но бис будет все-таки на цветочную. Дальше посмотрим. Ну, на самом деле, вы понимаете, да, что голос мой, к сожалению, ограничен сегодня. Аллергия, тяжелая.
тяжелое детство, рудники в медицинском училище. У нас, кстати, там дети учат, в смысле, лечат больных в радоновых штольнях, чтобы вы знали. Вот, да. Ну вот, представь себе. И лечение у них... Какое же у них лечение? Ну, неважно чего. Суставы, например, в радоновых штольнях очень хорошо лечить. Ну ладно. Сейчас я пока спою, а вы еще подумайте. Пару заказиков я могу, наверное, выполнить. Целую ночь соловей нам насвистывал, город молчал, и молчали дома. Акации грозия, душистая ночь напролет, нас сводили с ума. Белые акации грозия, душистая ночь напролет, нас сводили с ума. Сад весь омыт был весенними ливнями, в темных оврагах стояла вода. Может, какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда. Может, какими мы были седыми нас делают, где ж чистота этих гроздьев живых? Только зима на метели белая напоминает сегодня о них. Только зима на метели белая напоминает бушует неистовый, с новым силой чувствую я белые акации гроздья душистые. Какие-нибудь, скажите уж что-нибудь. Что могу, то спою. Ну, он пытался переводить, но я завершенных переводов я не знаю на самом деле. То есть, как бы вот у меня есть там кусочек про Жанну с уткой. Там два куплетика, ну там их больше, там 4-5, поэтому не могу. Не могу сказать, мне неизвестно, по крайней мере. Может быть, так сказать, ну в записи не, в записях нету, в смысле текстов вот таких рукописных нет. Ну что? Надя. О, в могилу хотя бы. Блин, не цветочная ведь совсем. Ну хорошо, меня тут кто-то еще просил. Ну что, лютики хотите? Хотите лютики? Кто-то просил еще лютики-цветочки, поскольку они относительно легкие. Я тогда про них спою.
Ну уж тогда, конечно, споем обходную, да. Лютики, цветочки, у меня в садочке, милая, любимая, не дождусь ручки. Ноченька, приди скорей, приведи желанную, громко свищет соловей песнь свою обманную. Слышишь, чё в ночной тиши заскрипит калитка? Милый друг мой, поспеши, без тебя мне пытка. Ноченька, приди скорей, приведи желанную, громко свищет соловей песнь свою обманную. Лютики, цветочки, у меня в садочке, милая, любимая, не дождусь я ночки. Ну уж извиняйте. А повторять на самом деле довольно трудно, тем более в конце. Я, конечно, извиняюсь, девушки. Но вообще выступление — это работа. Ну все, уж хватит.